Иностранцев без наличия ПЦР-справок будут депортировать из Казахстана. А вот авиакомпаниям, допустившим на борт потенциально зараженных пассажиров, придется раскошелиться на штраф в размере 4,5 миллионов тенге. О всех нововведениях в воздушной гавани Алматы репортаж Романа Нощенко. При входе в аэропорт сразу начинается санитарный контроль и разъяснительная работа среди граждан. Ношение масок, обработка рук санитайзерами и термометрия с соблюдением социальной дистанции являются обязательными. Но воздушная гавань не располагает помещениями, чтобы содержать пассажиров без ПЦР-справок на карантине. Только в исключительных случаях при острых симптомах пассажиров в срочном порядке отделяют от остальных. На случай, если вдруг во время рейса на борту у пассажира начнутся проявления какого-то острого инфекционного заболевания, а в аэропорту в нашем предусмотрен изолятор. Пассажир сразу с борта помещается сюда, и здесь какое-то время дожидается, пока прибудет бригада скорой помощи из города. Пока вопрос с ПЦР-тестированием остается актуальным, и профильные органы рекомендуют проходить пробы в стране вылета. Но для пассажиров внутренних рейсов отдельные условия. На сегодняшний день в терминале аэропорта работает пункт забора биоматериала. Для того, чтобы пройти пробу, тест на коронавирус, необходимо заполнить вот такую анкету, а затем пройти к лаборанту, где указаны все паспортные данные. Бесконтактная процедура через стекло занимает всего несколько секунд. Результат теста будет готов в течение дня и направлен на электронную почту. Стоимость услуги колеблется от 9 до 15 тысяч тенге. Пассажиры без ПЦР-справок направляются на двухдневную изоляцию. Было принято решение межведомственной комиссии о том, что казахстанцы могут прилетать без справок ПЦР. В свою очередь, южнокорейский авиаперевозчик заявляет, что у них граждан Казахстана без отрицательного результата теста на коронавирус на борт не допустят. Всем, в том числе гражданам Республики Казахстан, для въезда необходимо иметь справку с отрицательным анализом ПЦР. Поэтому со следующего рейса авиакомпания Asiana Airlines уже будет требовать эту справку. А вот согласно постановлению главного санврача, заполняемость воздушных судов составляет не более 50%. При этом пассажиров будут рассаживать в шахматном порядке с соблюдением всех эпидемиологических норм. Впрочем, и в этом случае существуют высокие риски заражения. Поэтому лучше всего пройти ПЦР-тест на коронавирус и быть уверенным, что вы не носитель инфекции. Роман Нощенко, Ялкунжан Ашимжанов, телеканал Алматы.